Сейчас делаю видео сразу по поводу, значит, я здесь жил в Нью-Йорке, потом поехал путешествовать. Путешествовал, потерял ID, не восстанавливаю. Сделали COVID, меня прессуют, чтобы он больше не терял ID, он такой, соответственно, безответственный. Где безответственный? Я столько путешествовал, сколько народу в городах у себя и дома теряют ID, восстанавливают по 5 штук. Ну да, они да, а он, соответственно, безответственный. Это с чего вдруг? Потом я путешествую, там в соцслужбах мне не помогают. А что он здесь делает? Он по горам лазит, путешествует. Значит, не будем помогать ему. Приезжаю в Нью-Йорк, устраиваюсь на мувинг опять. На мувинге они, ой, он так ебашит на мувинге, мы за него переживаем, увольняем, чтобы, как наказываем, что он так херачит. Но это мувинг уже, уже тут что говорить. Ну это что такое? И этим коронавирусом меня прессуют. Ну это что такое? Что это такое?